когда откроют и каким образом, на каких условиях можно его посещать. Сколько будет стоить? Вот ли тренера, дети, групповые занятия для детей. Меня интересует для жителя, какие там преимущества, может быть, есть, вот так как мои родители здесь живут. Когда интересно заработать. С какого возраста он будет? Как бы, и какие там будут условия для таких вот маленьких, как мы. А есть там детское отделение, есть там детский бассейн? График работы, в какие дни, как бы пожелание, чтобы вечерние смены работали, чтобы могли бы, как бы, люди и только в будни, но и в субботу, и в воскресенье тоже бы поучаствовать. Хочется узнать, с какого возраста будут приниматься детишки, вот, и как-то будут с ними группами заниматься, или непосредственно с родителями они могут ходить. Как это будет, допустим, для совхозных работников, которые вот непосредственно работают. Кто там будет купаться, кто там, я думаю, Павел Николаевич нам разрешишь, мы тоже покупаемся.